На этой неделе завершится всероссийская перепись населения. Осталось совсем немного времени, чтобы в ней поучаствовать. Это можно сделать дома, дождавшись переписчика, на переписных участках или на портале госуслуг. Для чего нужна перепись населения и нужно ли принимать в ней участие? Редакция «Вечернего Магадана» провела опрос у жителей Магадана. Скажите, а как вы относитесь к переписи населения? А вы знаете, что ко мне никто еще пока не приходил. А сами считаете это положительное? Понятия не имею, ребята, не знаю. Придут, значит, все скажу им. Но они никто не приходили, хотя я живу одна, я с удовольствием с ними поговорила. Ну, думаю, что надо, наверное, переписать после ковида. Все-таки полезно. Полезно. Обязательно надо, потому что люди мрут, коронавирус. Обязательно. А почему? Чтобы знать все точные факты нашего населения, сколько нас проживает. Это это нужное дело и правильно. Скорее всего, надо. А зачем? Ну, чтобы узнать, сколько человек живет в стране. Ну да, в стране. Ну, наверное, я считаю, надо. А почему? Ну, просто должны жители, наверное, знать, сколько у нас людей живут в нашем поселке или городе. Мы должны знать, сколько нас. Конечно, обязательно. А зачем? Чтобы мы знали, сколько населения в нашей стране. Да, не знаю. Просто нужна, да? Да. Ну, я считаю, что надо. А зачем? Ну, не знаю, статистику, наверное, наше государство ведет. Сколько у нас пожилых, сколько детей, сколько... Ну, в общем-то, я как бы не против. Ко мне вот девочка приходила, вообще 5 минут это заняло времени, и все нормально. На самом деле, чтобы знать численность населения в нашем городе и понимать, сколько жителей города Магадана, может, уехали или, наоборот, наполняемость нашего города. Нужна, конечно. Почему вы так думаете? Ну, учет, чтобы, потому что давно не переписывали. Обязательно надо, я уже переписался, и сын мой занимается переписью, ходит. Так что а для какой цели? Как, чтобы планировать нашу жизнь на будущее. Думаю, что это необходимая мера, потому что благодаря данному нововведению мы сможем узнать точное количество проживающих на нашей территории граждан.